Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Amazing Holy Play. В этом видео я вам расскажу и покажу, как я обменял три машины на очень прикольную и редкую тачку, которая дорого стоит. Также я вам покажу, как я обменял машину на именные номера. Я думаю, вам это будет интересно, поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Как только вы набираете на этом видео 200 лайков, выходит новая серия по Amazing Holy Play. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровня вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Желаю вам всем приятного просмотра и приятного аппетита. Я думаю, как бы ни для кого не секрет, что эта машина — это Bugatti Chiron, получается, с именными номерами. Пацаны, вы просто не представляете, сколько пришлось произвести сделок, чтобы у меня была эта Bugatti. Но я вам сейчас все это расскажу, ну и чуть позже как раз покажу, потому что я как бы все это записывал, чтобы потом показать вам. Я думаю, реально видео получится классное, поэтому, пацаны, не ленитесь, поставьте лайк, и кто не подписан, подпишитесь на канал. Так, давайте я вам потихонечку расскажу, как вообще производилась сделка. Вообще, изначально я не думал, что у меня в этот день вообще будет Bugatti. Как бы я хотел Bugatti, но я не рассчитывал на то, что в этот день я уже ее куплю и буду не ездить. Как бы я стоял на Ашане, продавал машину, получается, BMW M5 E60 с номерами AMR 3-3. Я их продавал за 18 миллионов вместе с машиной. Но я где-то стоял часик, никто не покупал. И тут подъехал мой подписчик, тоже на Бэхе, на E60. И у него номера были AMR 5. А я эти номера очень сильно давно хотел, и я ему предложил обмен. То есть 5 миллионов доплата моя. Ключ в ключ, но моя доплата будет 5 миллионов. То есть я ему отдаю AMR 3, он мне дает AMR 5, но я ему еще даю сверху 5 миллионов. Как бы он подумал и в итоге согласился. Мы с ним поехали в нотариус, обменялись, и я был очень доволен. Я поехал в тюнинг, перекрасил машину, целку на ней починил, кстати, целку на ней починил у себя в гараже. Потом я еще продал, получается, точнее не продал, я обменял, пацаны, я обменял Бэху M5 E60 в полном тюнинге с номерами 3S 3/7 на именные номера Соска. Это реально было очень жестко. Я боялся, потому что, ну, я никогда не менял машину номера, понимаете? Этой функции нету в нотариусе. Поэтому было принято решение то, что он мне первый кидает номера, а я ему потом кидаю машину. И слава богу, все прошло удачно, и номера я свой получил, а человек получил мою машину. Потом, как бы, ну, я не рассчитывал вообще на Bugatti, просто катался себе на машинке, заехал на Ашан и встретил своего знакомого, Александра Лисичка. И как бы он говорит, типа, давайте Bugatti продам. Или у меня денег нету, или давай ты мне машину некоторые дашь, а я тебе дам Bugatti. Как бы у Bugatti здесь стоит чип, получается, и антирадар. Больше ничего здесь нет. Я типа говорю, ну окей, мы поехали ко мне домой, я показывал ему, какие у меня есть машины. Он изначально хотел Playboy забрать, там еще какие-то машины. Но в итоге мы договорились, что я даю ему, получается, Бэху AMR 5. Отдаю Бэху кабриолет M3, получается, с номерами 3V887. И отдаю ему сверху еще Bugatti, тоже с полублатами красными. Мы поехали, получается, нотариус. Я обменял BMW M5 E60 AMR 5 на Bugatti, и потом я ему отдал Yamaha и отдал BMW M3. Я поехал, короче, домой и поставил уже номера Соска, потому что они у меня лежали как бы в инвентаре. Эти номера ей очень идут. Конечно, и пацаны, я, возможно, переплатил, потому что Bugatti стоит там, ну, около 50 миллионов. Ну, как раз я ему отдал Бэху, еще одну Бэху и Bugatti, это выходит около 50 миллионов. Я купил Bugatti, грубо говоря, за 50 миллионов. И поставил на нее номера Соска. Эти номера стоят около 30 миллионов, то есть у меня сейчас Bugatti за 80 миллионов, это довольно-таки неплохо. Ну ладно, давайте вы теперь посмотрите, как вообще происходили сделки и вообще с кем я менялся там и так далее. We'll be right back.
Ну что ж, вот вы посмотрели, в принципе, как происходили все сделки, с кем я менялся, на что я менялся там и так далее. Но теперь я, короче, приехал в Истол, пацаны, давайте я вам напомню, где она находится. Пишите GPS, получается, потом выбираете 6-й пункт бизнесы, 5-й пункт Истол, и вот 33-й бизнес, пацаны, Фам или Кирилл Гейм, это мое Истол, поэтому, пацаны, можете сюда приезжать, тюнинговать свои машины, чинить там и так далее. Всем советую приезжать именно ко мне. Итак, давайте я вам покажу вообще, сколько стоит тюнинг на эту машину, потому что у меня планы есть сделать ее ФТ. Сейчас у нее есть чип и антирадар, а нужно поставить еще сигнализацию и улучшение бака. Давайте я вам покажу, сколько это все стоит. Итак, вот сигнализация. Сигнализация, пацаны, стоит 2 миллиона. 2 миллиона рублей стоит сигнализация на Бугатти. Идем дальше. Топливный бак. Топливный бак стоит 5 миллионов, пацаны. 5 миллионов. То есть, чтобы мне ее сделать ФТ, нужно 7 миллионов. Но я буду копить, в принципе, поэтому, пацаны, ждите стримы, где я буду копить бабочки на тюнинг Бугатти. Ссылочка на канал, где я делаю стримы, пацаны, есть в описании, потому что на этом канале, где вы смотрите видео, у меня страйк еще на один месяц. Короче, пацаны, у меня здесь страйк, поэтому только через месяц я смогу проводить стримы именно на этом канале. А пока что я не могу здесь делать стримы, я делаю стримы на другом канале, на лайв-канале, поэтому ссылочка есть в описании. Переходите, подписывайтесь и заходите на мои стримы. Как бы винилов на эту машину нету, но зато у нее двухцветная раскраска, то есть можно жопу сделать одного цвета, а морду другого цвета. Но я сделал, в принципе, морду золотую, жопу черную, номера на ней сосочка просто, это очень круто. Давайте я вам покажу, в принципе, карпас, потому что я вам его не показывал. Карпас 424, номерной знак соска, машина Bugatti Chiron, установлен двигатель, получается, ну, улучшение двигателя, антирадар, бака нету, целостность 94, я ее чинил, потому что я ее купил, здесь целостность была 80. 58. Госцена у него 20 миллионов, если что. Максималка, кстати, я думал, не 170, но оказывается, максималка на ней 159. Даже не 160, а 159. То есть, получается, эта машина не особо и быстрее, чем Lamborghini. Как бы у меня ламба есть, если что, Playboy. И как бы теперь есть еще Bugatti. Вот, можете мой автопарк посмотреть. Да, у меня было 10 машин, а теперь осталось 7. Но у меня в планах, короче, сначала затюнить Bugatti, а потом я буду копить деньги на BMW M5 и 60 на красивых номерах. Желательно на Full Blood хочу какой-то купить. Возможно, я выкуплю свою MR5, которая мне очень нравится. Я очень рад этой покупке. Да, возможно, я ушел в минус. Машина хорошая. На машину эту очень реагируют другие игроки. Они просто в шоке, когда видят эту машину. И тем более на именных номерах. Поэтому я очень рад. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. 200 лайков набирайте на этом видео, и выходит новая серия. Всем пока-пока.